вот эти шикарные роботы развозят всякие продукты, заказы по квартирам, по домам. Они мне так нравятся, они такие интересные, такие самостоятельные, дорогу хорошо переходят. Морская крепость. Сейчас народу много, и мы идем гуляем. Маска, там есть концерт тоже. Ну иди, обнимай, обнимай. Ну иди, обнимай, не бойся. Батуты всякие, и вот такие у нас цены. 10 минут 7 евро. Можно скакать сколько хочешь. 10 минут. Вот такие цены. Вот сколько народу. Много народу. Тут и продажи всякие. Постельное белье, какая-то ярмарка. И там дальше кораблики. Мы сейчас пройдем туда. А мы сейчас покатаемся в этих шариках. И вот тоже 5 минут 6 евро. Моя внучечка там. Все, воздух пошел. Пока. Моя девочка сейчас будет там купаться, кувыркаться. Лежит. Такие развлечения для детишек. Пойти на корабль, съехать с горочки. Там внутри можно полазить. Порт. Можно покататься на яхте. Ой,
Мы хотим прокатиться на вертолете. Сейчас дойдем, узнаем, сколько это стоит и полетим или нет. Вон там тоже экскурсии проходят. Пять минут на вертолете стоит 170 евро на троих человек. Вот на этом вертолете. Вот я стою, думаю, хочу я прокатиться. Везде огромные очереди. На вертолет мы тоже решили не. На вертолет тоже огромная очередь. Это через 3 часа мы только бы попали. Сейчас мы стоим в очереди прокатиться на яхте. Здесь 10 евро для взрослого и 5 евро для ребенка. Хотя бы приемлемые цены. Вот мы уже первые в очереди. Мы смотрим там. Всем одевают спасательные жилеты. Вот на таком мистере Ди мы поедем. На нас одели жилеты. Нам помогли. Ник, привет! И я тут в жилете. Наконец-то мы отплываем. На причале уже укачало. Ну вот. Там у нас прогулочка. Замечательный праздник. Нагулялись мы. Сейчас еще навернемся тут. Вон какой катер мчится. Другой эшелодка, мы так. Я сяду. Я вам скажу.
общем, мы покатались, получили массу удовольствия, хапнули Андрея Алинчика. Да, немножко что-то меня укачало даже. Но народу везде, такие дикие очереди кругом вообще. Сейчас время уже 7:30 вечера. Там какое-то крутое кафе, мы сейчас туда сходим. Это бывшая тюрьма. Что из нее сделали, я не знаю, но памятник архитектуры. Такая красота.